Сингапур не собирается запрещать торговлю криптовалютами. Так считают в Центральном банке и финансовом регуляторе МЭС. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Сингапура Тарман Шанмугаратнам. Криптовалюта – это еще эксперимент, и в ближайшей перспективе трудно оценить, к чему может привести запрет. Правительство Сингапура изучает потенциальные риски, связанные с торговлей криптовалютами, но на сегодня отсутствуют весомые аргументы для запрета торговли криптовалютами.